друзья, красиво жить, красиво есть не запретишь. Серёдка под шубой, да? Так, ой. Мы с вами в Майами, мы в магазине «Матрёшка». Друзья, не говорите потом, что вы были перед сном и из-за меня решили пойти и съесть лишнего. Мы в таком же точно положении. 9 часов вечера. Мы просто зашли рыбки купить. Вот этой рыбки, семги. Света меня очень любит. Мы так на завтрак ее с гречкой. Ой, ребята. Почему, когда все это было можно, почему его не было? Почему? Нет. А есть сейчас, когда ничего нельзя. Нет. Что, Светочка? Что? Что? Здесь есть пирожная картошка. Картошка. Здесь есть вот это вот, это безумно калорийно, безумно. Так. Это с молоком. Соблазняешь меня, так. Нет, я вот просто, если мы сейчас это возьмем, все равно есть, не будем это сейчас. Вот. Нет, сейчас мы не можем этого есть. Давай возьмем все, по чуть-чуть, но есть не будем. Ну как по чуть-чуть? Я шучу. Светик, я думаю так, надо взять по чуть-чуть и по чуть-чуть съесть, по чуть-чуть все можно. Но сегодня нет. Сегодня нет, уже вечер. Ну, куда же сегодня? Такой вот один пополам. Муравейник. Нет, это же картошка. Один пополам. Утром. И один пополам вот тот. Вот тот. А что, как называется? Вот это очень вкусно. Homemade assorted. Знаешь что? Yeah. Это вафельный торт со сгущенным молоком. Так. Но это безумно сладко, это безумно калорийно. Может быть, не брать его. Я его очень люблю. Это очень вкусно. Хорошо, возьмем, но брать есть не будем. Это довольно большой магазин, скажем. Вот у нас практически такого размера нет в Кремниевой долине. Большой. Тут и овощи, и молочного так много всего. И это, в общем-то, конечно, очень... Серьезно, хотя мы видели магазин гораздо больше, чем это. Так, как зовут девушку? Здравствуйте, меня зовут Надежда. Приглашаем вас в наш магазин «Матрешка», который находится на... Где мы находимся? Саня, 18-100. Работаем каждый день с 8:30 до 10 вечера. Спасибо.